Меня зовут Анатолий, мою жену Наталья. В прошлом мы спортсмены, а сейчас тренеры, и научились добиваться поставленных целей. Среди моих воспитанников есть чемпионы России, Европы и мира. 16 лет назад мы приехали из России в Америку в гости к друзьям. Как высококвалифицированному тренеру мне предложили работу. Мы увидели, что здесь открываются огромные возможности для человека трудолюбивого и целеустремленного, что здесь можно честно получать финансовую свободу, можно ездить на своей красивой машине, открыта возможность увидеть страну и мир не только на фотографиях или по телевизору, можно добиться успеха и признания в новой стране. Мы решили открыть свой гимнастический бизнес, куда было необходимо внести значительные финансы. Как в дальнейшем оказалось, к счастью, мы этого не сделали. В конце 2003 года судьба свела нас с компанией Forever Living Products, которая дала нам возможность получить очень много из того, чего мечталось. У нас были достаточно серьезные проблемы со здоровьем, которые были успешно решены с помощью замечательной продукции Forever. 4 года мы пользовались продукцией компании и лишь потом решили строить свой бизнес. Для победы в спорте необходима сильная сплоченная команда. В сетевом бизнесе без единомышленников вообще не может быть и речи о каких-либо достижениях. Как сделать команду в спорте мы знали, как это сделать в бизнесе пришлось учиться. Усилия наши и наших спонсоров не прошли даром. Наша команда росла и крепла и в США, и в других странах. В результате этого Forever Living Products платит нам большие деньги за то, что мы используем эти прекрасные продукты, приносящие радость, красоту и здоровье, оплачивает новую машину, поездки по Америке. Наташа неоднократно выходила на почетную сцену ралли-компании для получения ленты менеджера и как участница американского, а потом как судья международного конкурса красоты Sony. Вместе мы были на этой сцене для получения престижных наград членов Конкистадор клуба, программы Forever Profit Sharing, а также членов BBC – Business Builder Club. Вместе с другими участниками программы BBC мы побывали в прекрасном незабываемом ресорте Forever в горах Аризоны, где бесстрашно спускались на веревках с крутой горы, гордо ездили верхом на лошадях, лихо катались по горам на квадроциклах и с большим энтузиазмом участвовали в веселых гонках на каноэ. Этой весной мы были в Вашингтоне, чтобы посмотреть то место, где нам предстоит участвовать в международных ралли 2011 года. Куда мы получили приглашение от компании FLP, набрав квалификационные 1500 кейс-кредит и заслужив еще и престижную пост-ралли поездку в Аризону. В компании Forever нет границ.